я хочу пожелать вам всего самого хорошего, самого доброго, вспоминая вашу поездку в Петербург. Надеюсь, она тоже для вас запомнится. И желаю вам всего самого-самого доброго. Спасибо вам большое за то внимание, которое вы уделяете развитию межгосударственных отношений. Ну, я рад, что у меня есть такой друг, как вы. Всего вам самого хорошего, вам и вашим близким, вашей семье. Мы вам привезли хорошие подарки. И мороженое, которое вы любите из Москвы. Ну и кое-что еще, что вы могли бы использовать при праздновании дня рождения в кругу своих близких. Пожалуйста. Сердечно. Большое благополучие. Это счастливая цифра. Спасибо. И такую вазу традиционные. Коллеги, приложим тайнейшие усилия, тайнейшего усилия.